Всем привет! Получил вчера проставки от Евгения Боброва. Вот такие вот красивые, блестящие. Толщина у них 20 миллиметров. На одну сторону я уже поставил. Вот красота, результат, то, что хотел. Смысл вообще был установки проставок. Поставил диски намного шире, чем были родные. Начала шкрябать вот коробку. С той стороны шкрябала также лонжерон, когда выкручиваешь руль до конца, ну, влево-вправо. Вот. Опять же, с эстетикой. Поставил арки, расширители, колеса стали внутри глубоко сидеть, очень некрасиво вообще. Вот, сзади стоят 30 миллиметров проставки. Сюда решил 20, больше не надо. В общем, для установки, что очистил вот эту всю поверхность для металла до блеска. На диске то же самое посадочное. В общем, проблем никаких с установкой нет. Все красиво, четко подходит. Пожалуйста. Закрутил и все. И катайся на здоровье. Очень классные проставки вообще. Рад покупке. Установил проставочки, все шикарно подошло, никаких проблем. Покрасил их черной матовой краской термостойкой. Вот, в общем, результат, как я хотел, все красиво. В общем, вот так вот. Спасибо большое Боброву, проставки просто супер.